культпоход. Здравствуйте, в студии Светлана Удельная. Новости культурной жизни города. В ближайшие минуты поведу вам, куда сходить и на что посмотреть. В книжном клубе 12 сегодня «Эль Танго», музыка, латино-джаз. В воскресенье там же вечер поэзии, не формат. Стихи читают артисты театра на Спасской. У мероприятия есть ограничения 18+. Артисты говорят, в программе слова не литературные. Начало в 19 часов. Завтра в «Мафии» московская группа «Пурген». На сцену также выйдут кировские команды «Зе Сметана» и «Клоунс». Наталья Чумакова, жена Егора Летова, начала сбор средств на съемки документального фильма под рабочим названием «Гражданская оборона. Начало». На это ей надо найти 1 000 000 рублей. Уже собрано 300 часов архивного видео и отснято специальное интервью. Из этого планируется собрать примерно 1,5-часовой фильм. Лента выйдет в свет примерно через полгода к 50-летию Егора Летова. Тем временем актеры театра на Спасской ищут деньги на свою новую постановку. Хотят поставить иллюзии Ивана Вырыпаева. Говорят, это будет их первый независимый проект. Поедут с ним на фестивале и в районы нашей области. На это дело им нужно 300 тысяч рублей. Люди неравнодушны к культуре, откликнитесь. На сон в летнюю ночь деньги собирать уже не надо. Актеры успешно играют этот спектакль, предпоследнюю работу Бориса Павловича в Кирове. Если вы еще не успели посмотреть, отправляйтесь в театр завтра, начало 18 часов. 17 декабря там же «Кукольный дом». А в кинотеатрах показывают криминальный экшен «Последний рубеж». Сценарий фильма написала Сильвестр Сталлоне. Писал для себя, но сыграть главную роль как-то не сложилось. Решил уступить место брутальному красавчику Джейсону Стэтэму. Крупные планы с ним разделила Вайнона Райдер. Сюжет фильма изобилует многочисленными сценами драк, взрывов, разрушений, погонь, перестрелок и прочих атрибутов данного жанра. «Последний рубеж» – кино для тех, кто хочет драйва и острых ощущений. В следующий вторник, 17 декабря, в Киров приедет актер театра и кино, автор и исполнитель песен Игорь Растеряев. Известность ему принесла снятая на мобильный телефон и размещенная в Ютьюбе в феврале 2010 года песня про комбайнеров. Со своей сольной программой Растеряев выступит в Гауди-холл. В галерее «Прогресса» открылась новогодняя выставка-продажа. Торгуют авторскими игрушками художницы Надежды Фроловой. Тут вам и вязаные кони, расшитые самоцветами черепахи, сшитые вручную лисицы и зайцы. По соседству с ними архитектура коммунизма, город солнца. Выставка продлится до начала февраля. А также на стенах галереи билет на Бали, выставка тревел-фотографии от Анны Шизгары. Она родилась в Кирове, потом уехала в Москву, работала там в банке и, как все мы, мечтала о путешествиях. В итоге уволилась, взяла камеру и поехала фотографировать. Результат ее работы можно увидеть прямо сейчас. Завтра Земфира даст свой очередной московский концерт. Прямая трансляция будет вестись в Ютьюбе. Так что увидеть выступление смогут все желающие. На сцену лучшая из лучших выйдет в 8 вечера. Я же завтра вечером буду стоять за диджейским пультом в Чапае. Приходите, поделюсь с вами своей любимой музыкой. На этом у меня все. Организуйте свой досуг со вкусом. У микрофона была Светлана Удельная. Культпоход.